здоровья. Босс, слушайте, а вы с ним в колледже, да? Да, мы учились в колледже, Селена тоже, там мы познакомились. Когда я готовился к экзаменам, то шум с комнаты Камберстона не давал мне застой. Он-то усердно в учебе ничем не отличался, а вот, рассчитывая на семейное состояние, а таких, как мы, кому приходилось трудиться в поте лица, он прозирал. Правда, что у него и с Еленой был роман? Ай, босс! Ай, босс! Ну хватит! Ай! Что с собой? Да ну, я как? Чисто теоретически. Нет, нет. Служебный роман, курортный. Как хочешь. А где моя отвертка? Я стоял и здесь. Холод. Холод чувствуешь? Я голод чувствую. Холод, идиот. Это произошло внезапно, когда ты сдвинул пианино. Нет. Ну, как всегда, конечно. Во всем виноват Джо. Как скажете, мэм. Тебе не обязательно верить в призраки, работая в этой программе. Да без предвзятости нельзя. По-моему, у меня с этим полный порядок. Вижу, дела у вас идут. Да, ты нашел насос? Не только нашел, но и качал ваши колеса, Селена. Так что можете отправляться куда угодно. Как это благородно с твоей стороны? Ну, по крайней мере, одна нога у меня целая. А Питер тебя видит? Не думаю, по крайней мере, я его нет. Странно. Он пошел искать тебя. Думал, что так намерен. Я вспомнил, что насос у меня в аппликере, отправился далеко туда. Значит, он решил пройтись, немного проветриться, остыть, потому что с таким настроением работать невозможно. Да, думаю, он такой не всегда. А если он отправился на конюшню, ему стоит быть осторожнее, луны сегодня нет. Надеюсь, он взял с собой фонарь. Самый.